Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня напомню тем, кто подключился к просмотру этого видео впервые. Закулисье моего курса «Лучшая версия моего тела». Что это такое? Сейчас я провожу курс «Лучшая версия моего тела», и параллельно идет персональная работа с моделью Тани. Таня разрешила это снимать и показывать вам. Как проходит внутри работы, конечно, я вам не покажу, это знают только участницы, все эти секреты, но как они будут терять объемы и как они будут превращаться в тонюсеньких девочек, это будет происходить у вас на глазах. Неделю назад я выкладывала видео с прежними замерами Тани, первые замеры. Сегодня, через неделю, какое сегодня число? 1 ноября у нас вторые замеры. Мы сегодня и весы принесли из раздевалки, чтобы у нас не было перехода. Все для вас, любимых. Смотрите. Значит, было 96. Было 96 у Тани. 92. Выше талии. 96. 96 тоже было. Девяносто два. Ниже талии. Таня, помнишь, где было? 103. 103. А где измеряли точно? Положи. Вот так. На самой высокой, да. Самая высокая. Сколько тут? 96. Так? 96. Так, самая грудь 110. Вот грудь я помню, что была 110. 109. 109. Да, 109 грудь. Но грудь мы не будем худеть. У меня есть техника, которая стабилизирует объем груди. Дальше. 105. Мы... еще объем бедер. Так. Расположи там, где мы... Я в прошлый раз тебе говорила, запомни, где это мы были. Где мы были, в каком месте. А сколько было? 107. 105. Видите? Даже 104. Вот он, сантиметр на пальце, на моем. 104. Давай я пока внизу. Мы в прошлый раз забыли... 54. Забыли измерить ноги Танины. 54 левая нога, обычно правая нога и правая рука как-то побольше, потолще. Одинаково были. Ну, 54,5. 54,5 правая. Нет, всегда правая и рука, и нога, они потолще. Тоже там, где... 32. 30, да. Это уже 31, она была сколько? 32. Левая, правая была 32. 30. Вот. 30? Угу. Нет, она не может быть 30. 31, потому что она... 31. Одна была 30, а другая 32. 32? Да. Правая была 32. Правая, да, точно, да, была 32. Угу. Так, не... Не, ну руки нет. Руки не ушли нисколько. Угу. Так, руки, они идут уходят в последнюю очередь, потому что к ним нужно применять еще дополнительную нагрузку. Так вот, за неделю, видите параметры, да, как изменились. Теперь встаем, Танечка, я принесла эти весы напольные. Давайте посмотрим, сколько Таня наша. У нее был вес 72 900. Все видите? 69 800. Ну что хочу сказать? Все сдвинулось с точки. Наша модель Таня идет в том режиме, в котором я и планировала ее сузить. Будем и дальше следить, так что следите за нами, за нашей интересной рубрикой «Закулисье».
курса «Лучшая версия моего тела». Пока-пока. С вами была я, Ольга Мира.